Всем привет! С вами снова Лена Ньюс, второй выпуск. И сегодня я устраиваю конкурс в конце этого видео в честь юбилея моего канала. 1000 просмотров всех видео! Ну что, поехали! И это видео тоже не забудьте досмотреть до конца. Давайте начнем с ужасно страшной новости про адский самолет из аэропорта с кодовым названием Hell, по-нашему ад, в пятницу 13-го, 13 часов дня вылетел самолет с номером 666, и он благополучно приземлился. Этот рейс на самом деле существует. Кажется, что все плохо, но, как ни странно, он благополучно летит. Наверное, все любят печенье с чаем. Но представьте, многие люди готовы ради этого на все. Установка для флайджампинга 70 метров, и один человек осмелился с нее прыгнуть, только чтобы обмакнуть печеньку в чай. Это рекорд мира по точности выполнения действия. Это безумие. Какая точность! В мире песчаный замок. Это самый большой замок в мире. Ой, не этот, конечно, а скорее вот этот. Его, наверное, делали достаточно долгое время. Он такой большой и красивый. Не верится, как это возможно сделать, но он существует. А сейчас опять видео про животных, как и в прошлый раз, только сегодняшняя тема – животные, которые похожи на людей. Индюшка поднимается в воздух на самолете. Она внимательно смотрит в окошко, и кажется, она немного утомилась от этого занятия. И уже чуть-чуть скучно. Она хочет заснуть. Давайте же почешем ей головку расчесочкой. Тогда индюшка быстро заснет. Она уже закрывает свои глазки, успокаивается. Нервов уже нет. Ей уже все равно, что происходит за окном самолета. Индюшка сама не может причесываться, поэтому эта милая птичка занимает третье место. Эта собака любит играть в прятки. Она ищет своего хозяина. Но, похоже, она не может его найти, если он ее не позовет. Посмотрим еще один раз. Она его пытается снова найти. Но, похоже, опять ничего не получается. Она такая веселая, но это все кажется ей уже странным. Хозяину, кажется, тоже надоедает. Хозяин решился ее все-таки позвать.
Ну, поэтому второе место. Итак, первое место занимают эти прикольные котики. Они играют в ладушки. Они целыми днями этим занимаются. Похоже, это им очень нравится. Сидишь, смотришь друг на друга и перебираешь лапками. Что еще нужно для полного счастья? А тебе все завидуют, смотрят, а ты все играешь и играешь. Вот очередной рейтинг наших побед. На третьем месте индюшка с расческой. На втором месте веселый песик. И на первом месте играющие котики. Внимание, конкурс! Вы должны найти на этой картинке животное. Написать в комментах описание, где находится этот необычный зверь. И прислать хэштег Лена Крас плюс к этому описанию. Первый, кто это сделает, получит или же 200 рублей, или лизуна. Победителю я напишу в комментариях, что делать дальше для получения этого или же этого приза. Всем пока! С вами была Лена Крас. До свидания!